И снова возвращаемся ко Дню строителя. Одной из сфер, которая работает в тесном партнерстве с этой отраслью, является агентство недвижимости. Причем это сотрудничество имеет важнейшее значение, ведь успешная реализация построенного жилья запускает процесс возведения новых домов. Мало кто задумывается о той роли, которую в создании домов играют агентства недвижимости. Конечно, без строительных фирм никуда. Жилье без них само по себе не появится. Однако запросы покупателей постоянно меняются. Факторы здесь могут быть самые различные. Мода, финансовые возможности граждан, доходы которых то вырастают, а то уменьшаются. Вся эта информация есть у риэлторов. Риэлтор знает то, что нужно непосредственно покупателю. То есть мы конкретно полезны для застройщиков тем, что мы им подсказываем, какие планировки нужны, какие требования определяются покупателем. Именно в тандеме совместно с застройщиком получается тот продукт, который нужен. При этом по-настоящему профессиональные агентства недвижимости работают далеко не со всеми застройщиками. Например, агентство «Арбат» сначала собирает всю информацию как о строительной компании, так и об объектах, которые они не только возводят в данный момент, но и о тех, что уже имеются в послужном списке. Так что среди партнеров «Арбата» только надежные фирмы, которые агентство и поздравляет с праздником. Дорогие строители, застройщики, все, кто причастен вообще к строительству, строительной компании, отделочной компании, поздравляю всех строителей города Твери и всех, кто причастен к этой профессиональной деятельности, с профессиональным праздником Днем строителя. Желаю удачных проектов, всевозможных успехов в вашей профессиональной деятельности и низких цен на строительный материал. А для тех, кому уже тесно жить в маленькой квартире, я подсказываю, в жилом комплексе «Корона Парк», где мы сейчас находимся, в продаже сейчас просторные трехкомнатные квартиры. Приезжайте, пока есть выбор. Стоит отметить, что планировки во всех жилых комплексах, с которыми работает агентство недвижимости «Арбат», постоянно меняются. Первые дома не во всем похожи на те, что закладываются или только проектируются. Во многом как раз из-за того, что именно риэлторы держат руку на пульсе и постоянно подсказывают строителям, чего сейчас хочет покупатель.